Анонс и дата выхода 11 серии нового российского сериала «Условный мент». 11 серия сериала «Условный мент» выйдет на пятом канале 30 октября. 11 серия «Холодный прием». В ней мы увидим, как Гордеева во внерабочее время помогает своему знакомому бизнесмену Баринцеву вернуть его деньги, украденные накануне. Гордеева просит Рыжова помочь ей и не подозревает, что подвергает его смертельной опасности. Напомним, главным героем сериала «Условный мент» является полицейский Дмитрий Рыжов, человек высоких принципов, который любит бороться с преступностью и несправедливостью. В уголовный розыск его привела смерть отца, который был убит при задержании опасного преступника. Рыжов устроился работать в один из столичных отделов, однако его принципиальность и честность сыграли с ним злую шутку. Против Дмитрия сфальсифицировали улики, и он отправился в тюрьму на несколько лет. Отсидев некоторый срок и получив УДО за примерное поведение, Рыжов оказывается на свободе, но он не знает, как найти себя в новой жизни, так как сейчас ему запрещено работать в органах. Ему нужно постоянно отмечаться и вести спокойный образ жизни. Герой думает, что все свое время теперь он будет посвящать своей семье и детям. Правда, в его голове сидит мысль о том, что он должен добиться справедливости по своему делу. Напомним, 11 серия сериала «Условный мент» выйдет в эфир 30 октября. Ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о российских сериалах. Спасибо за подписку и лайки!